Так, всем привет. Открываю сегодня новый плейлист. Я уже давно говорил, что собираюсь заснять серии по сборке боксмода на двух аккумуляторах. Вот время настало. Данный плейлист будет состоять из 4 видео. Ну, если вдруг надумаю все-таки заморочиться с травлением, то возможно будет 5. Ну, пока 4 планирую. Этот бокс уже у меня не первый будет. Первый бокс я собрал еще в начале весны. Вот решил собрать уже второй. В этот раз уже буду знать, что я делаю, как нужно правильно делать. И постараюсь вам указать на возможные нюансы, и чтобы вы не допускали таких же ошибок. Значит, запчасти все покупались практически все в Украине, за исключением нескольких частей, но об этом позже. То есть все ссылки на запчасти будут в описании под этим видео. Начнем с корпуса. Значит, корпус алюминиевый, такой самый популярный для изготовления боксов. Это копия коробки Hammond 1590B. То есть он не маленький, но зато сюда все помещается. Еще используют 1590G, он меньше по высоте, на сантиметр где-то меньше, на 5 миллиметров по ширине и на 5 по здесь. Но мне больше нравится такой, потому что сюда можно все впихнуть, все что хочешь. И вольтметр, все кнопки всевозможные. В G поместится только холдер и MOSFET, все. Вольтметр туда очень тяжело будет впихнуть. Ну, я думаю, что есть умельцы, которые это делают. Я так не буду заморачиваться. Здесь еще в этом комплекте не хватает магнитов, но они придут к тому моменту, как они понадобятся. Магниты, значит, используются на внутренней части, на корпусе диаметром 4 мм, глубиной там, ну, 1,5-2 мм. На крышке используются магниты диаметром 7,5 мм и высотой 2,5 мм. То есть это уже все проверено, то есть я на первом боксе такие использовал, все отлично подходит и держится. Так, следующая запчасть – холдер. Скажу сразу, не покупайте дешевый холдер. Во-первых, там пластик ужасный, во-вторых, там пружины, непонятно с чего сделаны контакты. Это американский холдер, конкретно в моем случае вот этот 1049 с такими пипками крепления на плату. В прошлый раз я использовал 1048. Там получается контакты тут белые, там они желтые, и вот так сюда еще идет контакт. Но в любом случае их нужно обкусывать, поэтому совершенно не важно какой взять, по цене не одинаково. Просто в этот раз заказал такой. Сделан он из хорошего такого плотного пластика. Сломать его тяжело. Вот поближе покажу фактуру пластика. Keystone Electronics. Он такой прикольный. Здесь нарисованы плюс и минус, но они тут нарисованы для последовательного соединения. Мы же будем собирать бокс параллельного соединения аккумуляторов. Следующая деталь — это коннектор 510. Коннектор с фаста. Такой самый обычный. Немного у меня еще с того раза он остался. Немного пришлось его доработать, потому что вот тоже сразу первый момент. Здесь идет такая латунная крышка, она накручивается на пластмассовую резьбу. И она держит пин. Я не разобрался, сразу начал припаивать к этой крышке провод. И он, естественно, резьба поплавилась, и все это вылетело вместе с пином. Пришлось там заклеить все, сверху термоусадкой укрепить. И теперь все прекрасно держится. Вот. Работает пин. Пин подпружиненный. Я думаю, многие видели на фасте такие коннекторы. Так, следующая запчасть — это вольтметр. Тоже с фастека. Обычный вольтметр. Меряет вроде бы точно. И к нему кнопку. Это уже покупал здесь в магазине радиодеталей. То есть кнопка
не фиксированная, просто нажимаешь, будет показывать вольтаж. Следующая запчасть — это MOSFET. На нашем языке это n-канальный транзистор. Советуют использовать именно такой ERLB3034. Он рассчитан на 343 ампера, по-моему, то есть с запасиком, чтобы не переживать. Можно подключать, в принципе, любую кнопку к нему. Я знаю, люди используют и другие, более дешевые варианты, но я использую на то, что рекомендуют. Следующая деталь маленькая, стоит копейки, но тоже очень важная. Это резистор 15К. То есть обязательно не забудьте за него. Он нужен для закрытия затвора в MOSFET. Очень важная деталька. Так, следующая запчасть — это кнопка Fire. Кнопка с фаста тоже. Ссылки все будут в описании. Ничего примечательного. Нормальная антивандальная кнопка. Также буду использовать выключатель цепи всей. В прошлом боксе я его не устанавливал. Вернее, я установил, а потом его убрал. Я не помню, что-то мне не понравилось. Но в этот раз я его все-таки установлю, потому что он должен быть. Не дай бог что, можно быстро выключить цепь и таким образом сохранить аккумуляторы. И соединять это все буду проводами. Вот оранжевый — это 2,5 мм сечения, красный — 1,5 мм. То есть достаточно даже использовать 2 и 1 мм. Ну, я взял чуть-чуть запасом. В прошлом боксе именно такие провода я использовал, все было нормально. То есть провода многожильные. Также можно использовать одножильные провода, но найти их сложнее гораздо. Эти продаются в обычном радиомагазине. Для изоляции буду использовать термоусадку. Это 6 мм, а это 16 мм. Так, вот такие, значит, запчасти нам понадобятся для изготовления мехбокса. В следующем видео мы будем делать примерку в корпусе и прорезать дырки под кнопки и вольтметр. То есть все будет, я думаю, что вот здесь на одной панели будет кнопка Fire, кнопка выключения сети, вольтметр и кнопка вольтметра включения. Надеюсь, этот проект будет вам также интересен, как и мне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи в эфире.